Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net, страница 84, упражнение номер 2. В этом упражнении мы должны прибавить или вычесть 2, используя числовой ряд. Сначала нам нужно к 3 прибавить 2. Чтобы прибавить 2, нужно сделать 2 шага вперед. Прибавили 1, 4, прибавили еще 1, 5. Значит, 3 плюс 2 равно 5. Теперь нам нужно из 10 вычесть 2. Чтобы вычесть 2, нужно сделать 2 шага назад. 10 минус 1 – 9, и минус еще 1 – 8. Значит, 10 минус 2 равно 8. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если есть вопросы, предложения или пожелания, подписывайтесь на нашу группу в социальных сетях.